Всем здорово, с вами Рэпер Трейдер, и сегодня я вам расскажу, с помощью какой программы я даю сигналы. Много спрашивают меня об этой программе. Это программа MetaTrader или InstaTrader, там без разницы. В описании я выложу ссылку на эту программу и ссылку, где скачать индикаторы к этой программе. Итак, переходим по ссылке, вставляем нашу ссылку. Открывается у нас такой вот сайт Forex Club. Ждем. Ждем. У нас появляется такое вот окно. Вот экзешный файл. Сохраняем. Теперь переходим. Ну и вы еще скачаете в описании вот индикаторы. Архив с индикаторами. И экзешный файл. Архив с индикаторами мы разархивируем. Итак, здесь у нас в папочке такие вот две папки будут, индикаторы и темплейт, но это я объясню потом. Итак, сейчас вы нажимаете на установку, сейчас я нажму на установку, у меня вырубится камера. Нажимаете и устанавливаете там далее. Запустить. Так, давайте я вам покажу, вот вылазит вот такое вот окно. Я согласен, нажимаем далее. Вот. Запускается у нас терминал. Сразу же открывается такое вот окно. У кого это окно не открылось? Переходим вот так вот в файл. Открыть счет. И это окно появится у вас снова. Итак, вот выбираете вот эту вот первую штуку. Берете далее. Новый домосчет, далее. И здесь пишете какие-то свои любимые, любые данные. Любимые. Телефон. Выбрали телефончик, плюс 216. Я согласен. Депозит у нас на 5 косарей. Нажимаем далее. Все, и у нас открылся счет. Вот запоминаем вот эти вот данные. В случае, если у вас выйдет из аккаунта, запоминаем вот эти вот данные. Нажимаем «Готово». Нажимаем «Готово». Все. И мы уже подключились. Так, закрываем все валютные пары. Incoming mail. Приходят всякие там письма. Сейчас мы откроем евро-доллар. Где у нас евро-доллар? Нет, не то нажал. Вот новый график. Себе там понастраиваете, разберетесь в этом терминале. Там очень просто все разобраться. Евро-доллар. Вот так вот у нас выглядит график на начальном уровне. Итак, что нам нужно? Нам нужно загрузить наши индикаторы. Переходим в файл. Открыть каталог данных. Открывается у нас такой вот каталог. Итак, открылся каталог. Переходим в вот эту вот папочку MQL4. Здесь переходим в папочку индикаторы. Здесь мы переходим тоже в папочку индикаторы. Копируем все наши индикаторы. И вставляем вот эту папочку. Итак, все индикаторы вставили. Теперь переходим в папочку Templates. И здесь также переходим в папочку Templates. Копируем наши сигналы. Так, здесь templates, да, и вставляем наши сигналы. Теперь после этого перезагружаем терминал наш и заходим снова. Все, перезагрузили наш терминал, теперь берем вот сюда, вот нажимаем на пустое поле, берем шаблон и добавляем вот сигнал 3.
Так, таймфрейм у нас стоит 1 час, переходим на 1 минуту. Итак, что мы видим? У нас здесь стоит RSI и наши стрелочные сигналы. Как вы можете заметить, если вот вы заходили бы по всем этим сигналам, все сигналы бы зашли, везде бы вы выиграли. Но на самом деле это не так. Видите, здесь на понижение выиграли, здесь на повышение выиграли. Короче, везде сигналы, видите, то есть отличные сигналы, но на самом деле это не так. Новички вот берут, строго валят по этим стрелочкам, и у них ничего не работает. На самом деле все намного сложнее, нужно думать, нужно анализировать. Нужно искать линии поддержки и сопротивления, нужно искать затухание, коридоры, флеты, это все нужно искать. Когда выходят новости, во время новостей мы по этим стрелочкам ни в коем случае не ставим. То есть нужно вам анализировать, нужно много опыта, нужно учиться и еще раз учиться. Эти стрелочки вам чисто в помощь, но строго по этим стрелочкам ставить я вам не рекомендую. То есть смотрите, учитесь, есть там также другие индикаторы, может вам по другим индикаторам будет проще, то есть это просто вам в помощь. Смотрите, вот 5 минутки, 15 минутки. Стрелочки здесь часто дают ложные сигналы, часто перерисовываются, то есть вот вам еще в помощь может быть вот RSI, если RSI вот здесь вверху, также большая свеча рядом с ней, еще одна, то есть если вот две красных свечи вот таких, вот это хороший сигнал, вы видите, здесь мы могли бы не зайти. Вот такой вот терминал, добавляйте сюда все свои валютные пары. Настраивайте этот терминал под себя. Вот так вот берете файл, новый график, добавляете. Вот, USD, японский йен. И вот видите, вот здесь вот переключаетесь. Переходите к этому графику, также берете шаблон. И себе смотрите. Также вот здесь можете рисовать линии. Вот так вот, линии поддержки сопротивления себе рисуете, смотрите, какие идут тренды. То есть учитесь, учитесь и еще раз учитесь. С вами был Рэпер Трейдер, показал вам терминал. Всем удачной торговли, всем пока.